Как Татьяна уже нам рассказала, скоро у нас состоится вот такая выставка, но о ней подробно поговорим с куратором галереи отдел Надеждой Котовой и художницей Дарьей Серовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда, расскажите, пожалуйста, вот выставка графики «Мой театр». Так, мы знаем под таким названием. Что значит «Мой театр»? На самом деле мы подготовили аж целых две выставки в одной выставке, потому что первый блок у нас будет посвящен личным переживаниям, предметному миру нашей художницы Дарьи Серовой, потому что это персональная выставка графики, а второй уже посвящен конкретному спектаклю, который она увидела в театре «Кукол», и вот про них мы тоже еще поговорим. Дарья, расскажите, пожалуйста, что значит выставка графики? Графика – это техника, есть живопись, есть графика, и поэтому я рисую графическими материалами на бумаге. Собственно, рисую пастели и смешанные техники с акрилом. То есть это не холсты, это все, да, это все бумага. Белая, да, бумага. Где вы этому научились? Я учусь в институте, и в училище я тоже училась. В институте учусь в Сибирском государственном институте имени Дмитрия Хворостовского. Художниками, видимо, рождаются все-таки, да? Я думаю, и становится тоже. Ну вот у вас это в каком возрасте все началось? А у меня родители художники, поэтому... Все. Вопрос снимаю. Все понятно. Да, все началось до рождения. Вот давайте, Дарья, расскажите нам про вот эти две части, про первую и вторую, и про спектакль, и про первую часть, которую Надежда сказала. Первый блок у нас посвящен, скажем так, моему внутреннему диалогу. Все соберем натюрморты, все... Постановки, да. Да, у нас не только, получается, портреты будут представлены на выставке, также у нас будут и натюрморты разнообразные, это интересные. Это предметный мир. Это домики, просто домики. Нет, ты поняла, что домики. Ну, как-то у этого есть какое-то название? А это натюрморт. Натюрморты это бывают тоже совершенно разными. Это да. Натюрморт? Да. Я думала, да. Где фрукты, бокалы. Это мы как раз работаем над этим, чтобы, грубо говоря, развенчать такие, не то чтобы мифы, но представить разные типы натюрмортов, да, на нашей выставке. Это какие-то приоличные домики? Что, да, это за внутренний диалог у вас такой был, когда вы рисовали? Такие керамические домики. Я их просто положила на ковер полосатый, и так вот сложились картины совершенно замечательные. Ах, вот, это такие... не фантазия. Да, это, да, вы рисовали это с натуры. Да, я рисовала. Поэтому и натюрморт. Раз вы только с натуры рисуете, давайте про портреты поговорим, которые у нас внизу стоят. Кто эти люди и что вообще олицетворяют те или иные портреты? По бокам у нас стоят как раз такие портреты, которые посвящены спектаклю. Это вторая часть нашей выставки, которая открывается 15 ноября, посвящена спектаклю, определенному театрально-кукольному спектаклю «Я кулак, я Анна». Вот, это спектакль о внутреннем диалоге главной героини, ее мечтах, стремлениях. Вот. И также это не детский спектакль? Он такой подростковый. Подростковый спектакль, поэтому он затрагивает какие-то очень важные ноты в моей душе. И я подумала, что как раз их нужно показать людям, эти картины. Нужна небольшая реплика про этот спектакль. Я на днях была с ребенком на очень детском спектакле, там «Теремок», и услышала такую реплику. «О, вот это классный спектакль», сказала женщина, показывая на афишу. «Я кулак, я Анна». Вот, верно. Я говорю, ну это, наверное, не для тех, кому 3,5 года. Нет, конечно, но для вас вполне, сказала мне женщина. Да, мне кажется, что и взрослые должны тоже такие спектакли обязательно смотреть. Они же учат нас доброте. Сколько всего картин будет представлено? О, всего 36 картин. 36? Где-то около того, плюс-минус. Да. Да. Вот это две выставки. Сколько вы их писали? О, наверное, несколько лет. В разное время. Невозможно сказать, сколько будет рисоваться одна картина. Это может быть и месяц, и неделя, когда вдохновение приходит. Слушай, Дарья, а бывает такое, что вы вот начинаете одну, оставляете ее, пишете потом другую, да, возвращаетесь? Конечно, конечно, само собой. Так постоянно бывает. Невозможно, невозможно делать одно и то же. Надежда, расскажите, куда нам отправляться и когда на эту выставку? 9 ноября у нас состоится открытие. Мы с соблюдением всех мер предосторожности, конечно, в условиях там пандемии. Галерея отдел находится в молодежном центре «Пилот», Аэровокзальная, 10. Следующая часть выставки у нас открывается 15 ноября. То есть, в принципе, для того, чтобы охватить вообще полностью «Мой театр» Дарьи Серовой, то можно прийти уже с 15 числа и до 18 января посмотреть у нас в галерее. Все свободной. Там же, да? В одном, да, месте, да, все, все будет. Вместе. То есть, прекрасно. Выставка графики «Мой театр» в галерее отдел, молодежный центр «Пилот». Приезжайте обязательно. Даты вы запомнили. Ну, а мы благодарим наших гостей. Дарья Серова, художница, и Надежда Котова, куратор этой галереи. Продолжим программу. Через минуту увидимся.